Красногорский отдел вневедомственной охраны, филиал Федерального государственного казенного учреждения Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Московской области сообщает, что в рамках Всероссийского дня приема граждан 14 декабря 2020 года с 12 до 20 часов по адресу Красногорск, улица Комсомольская, 8, состоится видеоконференция с представителями Главного управления Росгвардии по Московской области. Приглашаются все желающие задать вопросы или внести свои предложения.